Палестинские флаги и пулеметные очереди, заглушающие крики «Аллаху Акбар». Более 1000 человек пришли проститься с Салихом Аль-Арури. Похороны второго лица в структуре Хамас и других боевиков, убитых в результате удара беспилотника, прошли в палестинском лагере Шатила в Бейруте. Хотя группировки Хамас и Хизбаллах сразу же возложили ответственность за атаку на Израиль, власти еврейского государства не подтвердили и не опровергли свою причастность к устранению Аль-Арури. Цахал заявил, что в четверг нанес удары по нескольким целям в районе Марун-эль-Рас, на юге Ливана и вдоль границы, после того, как, цитата, «было выявлено несколько запусков в сторону Израиля». Бои усиливаются на юге и в центральных районах сектора Газа, где, по сообщению Цахал, были нанесены удары по нескольким противотанковым отрядам «Хамас». Палестинский «Красный полумесяц» сообщил об интенсивных и непрерывных обстрелах своей штаб-квартиры в Хан-Юнисе и близлежащей больнице Аль-Амаль. По словам представителей организации, в результате израильского удара погиб по меньшей мере один человек, его называют перемещенным лицом. Еще шестеро получили ранения. В начале недели в результате удара по тому же комплексу погибли 5 человек, добавили в «Красном полумесяце». На фоне сообщения о голоде в анклаве Израиль осудил ООН за, цитата, «затягивание доставки помощи в Газу». В Минобороны заявили, что через КПП Керем-Шалом не проходит и сотня грузовиков в день, вместо 200 обещанных ООН. Это стало ответом на слова главы агентства по делам палестинских беженцев о том, что палестинский народ подвергается коллективному наказанию, а продовольствие и топливо пропускается слишком мало.